Всем привет-привет! Каждый раз, когда у меня настроение появляется делать маску, я делаю маску, но теперь и с вами делюсь. Но девочки должны быть всегда девочками, как бы штаны они не одевали. У меня тут дрожжи живые. Мы берем вот такой кусочек, чтобы и на лицо, и на руки, и на шею хватило. Остальное мы убираем в баночку. Я баночки храню. Теперь сюда нам нужно водички, или в данном случае я беру молочка. Можете заменить водой. Так как у меня сухая кожа, знаете, не раз говорила, беру чайные ложки. Нам же не нужно совсем жидкое было. Перемешиваем, делаем вот такую пасту. На этом этапе я беру метку. У меня покупной. Ой, ложка была тут. Ну, у кого аллергия, то есть смотрите. То есть цветочный мед в данном случае. Не совсем сахарный. И сюда главный компонент, ну не совсем главный компонент у нас это дрожжи. Я добавляю рисовую муку. Не поверите, замечательно. Пробовала, понравилось. Опробовано. Раз. Два. То есть вы доводите до той консистенции, чтобы не текло. Что ли переборщила, или молочка, ну что-то из двух идет, третья ложка, ну не увлекайтесь. Теперь убираем ложку, вот так вот, берем нашу лопаточку, убираем все комки, они там немного, берем перчатки одеваю я, как наношу, вот беру этот маску, наношу вот так хорошенько. Это тут я культурно делаю, а так макаю туда пальцами, мажу хорошенько на руки, потом одеваю перчатки и хожу. Это с руками, потом будут у вас холеные руки. На лицо наношу, беру пакет, разрезаю, из нее делаю там еще две дырки. В данном случае дырки вообще не обязательно, если хотите дышать. Не хотите, дырки тоже не делайте. Накрываете ваш смазкой лицо, ходите так 15-20 минут, можете даже 30. Потом убираете, у вас кожа будет свежая, прекрасная, пахнущие, дышащие. Ну, короче, вам кожа, ваша кожа скажет спасибо. Ну, и вы будете радостны и счастливы. Красиво, естественно. Видите, да, еще чуть-чуть нанесла, уже у меня кожа мягкая, уже впитывается он хорошо. Результат вы увидите с первого раза. Я вам даю маски те, которые я сама пользуюсь. Не учу ни в коем случае. Кожа становится и осветляется, и увлажняется, и впитывается, и подтягивается. То есть тут одна маска, но сколько пользы. Я не знаю, вы видите, те, которые видят. А те, которые не видят, если сделают такую маску, ошутят, поверьте, с первого раза. Делать желательно эту маску на ночь. Потом умываетесь, наносите ваш уходовый, даже это не обязательно, но желательно. И ложитесь спать с легкой душой, с чистым сердцем. Ну как-то так, слишком много говорю сегодня, хотя маска раз-два, я чувствую. Вы же не думаете, что я вот так пойду, я одеваю самую-самую грязную кофту и иду потом чистой совестью ее пачкать. Ни на кухне этого не делает. Так что вам хорошего просмотра, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.